Аладдин и его герои. И снова твоя угадайка героя из мультфильма. Бежим скорее, не будем злить очередного героя и угадаем его. Вперед, навстречу новым героям. Сказка тебя ждет. Берем в руки кисточку и переходим к рисованию. Рисуем много кругов и овалов, один в другом, и полукругом брови. И такие же действия делаем рядом, также кругами и полукругами. А посередине обязательно нарисуем этому человеку нос эдаким крючком. И вот на нас с экрана уже кто-то смотрит. Какой взгляд злой. Даже мурашки по коже. Бррр. Прорисуем лицо. Щеки, подбородок, ну и, конечно же, рот с зубами. Ну точно злодей. Мы помним, что наш герой очень властный, хитрый и жестокий человек. Не без чувства юмора, но очень мрачного. На голову мы надели ему высокую шапку. Он является визирем султана, поэтому носит богатую и необычную одежду. Этот колдун пытался найти волшебную лампу, чтобы стать новым султаном и могущественным колдуном. А еще он хотел жениться на принцессе, но у него ничего не вышло, потому что любовь всегда побеждает зло. Вот так вот. Ой, надо же, смотрите, какая у него смешная борода, завитком. Тише, тише, не смейтесь, а то он может разозлиться. И наколдовать еще что-нибудь. Наш герой владеет жезлом в виде страшной кобры. Давайте его нарисуем. Этим жезлом он часто гипнотизировал простачка султана. В кобре начинали сверкать глаза и будто бы парализовали тех, на кого он ее направлял. Но мы не дадим тебя в обиду, добрый друг. Отгадывай скорее, кто же это такой? Что за герой? Помнишь ли ты все его злодейства и козни в царстве Агробы? Да, конечно же. Это он. Ты угадал. Это Джафар. Злодей, еще какой. Бежим скорее угадывать следующего героя. Доброго и симпатичного. Жми кнопку «Смотреть далее» и следуй в следующий выпуск.